Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, и сегодня у нас в обзоре маленькая уютная ламповая голова Orange Micro Terror MT-20. На борту усилителя установлены две лампы, это 12AX7 и ECC81. Мощность усилителя 20 Вт. Давайте теперь пройдемся по лицевой панели, там все элементарно. Три ручки, громкость, тон, гейн, выход на наушники, вход для внешнего аудиоустройства и, понятное дело, кнопка включения усилителя. Усилитель выполнен в виде элегантной барсетки, но вряд ли вы его сможете взять с собой в дорогу. А почему? Потому что отсека для батареек не завезли, потому что на борту у нас есть лампы. Ну и конечно, если у нас есть выход на наушники, надо его послушать. По всем параметрам усилитель явно подходит для диванных войск, потому что есть выход на наушники и канал всего один. Но, учитывая то, что он достаточно громкий, он, в принципе, подойдет и для репетиции, но от вас потребуются дополнительные манипуляции с педалями. Телефона. Я не вылезу, я не сижу в телефоне. Я не вылезу из телефона. Ну так... Больно же, хочешь сейчас ударю в лицо? Вот я тебя тоже ударю, так что не бойся, давай. Ребят, а Вася Диму побил. Вася, тебя побьют в конце съемок. А тебя побьют? Нет, я бегаю быстро.